Мастерство, достигнутое в одиночестве и замкнутом пространстве, всегда выше, чем жалкие тренировки в пропахшем потом зале с голыми по пояс мужиками. Это уже давно поняли все лучшие из лучших и тренируются исключительно в гараже и домашних залах. Привет, острозубые шершни! С вами Федорович, а в этом видео я вам покажу невероятный уличный бой одного из лучших мастеров секретных стилей. А также потом покажу его учителя, но это не точно. А пока бойцы разогреваются, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. А также поделитесь этим видео с друзьями, их тоже нужно предостеречь. Лучше засунуть голову в улей к диким пчелам, чем встретить на дороге этого мастера. Но все-таки есть такие несчастные, которых настигает этот злой рок. Искусство боя, которое демонстрирует этот сенсей, остается загадкой, ибо под страхом смерти всем ученикам секретных стилей запрещено рассказывать про своих учителей. Но настоящие диванные эксперты сразу могут распознать в этом искусстве нотки стиля орла и змеи от Чарька, отличные и молниеносные движения ногами от старорусских танцевальных стилей, а также работу руками от лучших мастеров Инчуна. Конечно, вы подумали, что мастер проиграл этот бой первым же ударом, но вы не поняли всего таинства происходящего. На самом деле, он просто вышел из физического тела и атаковал ментальное тело врага. Теперь этому несчастному осталось жить до первой выпитой рюмки, и наш мастер в костюме белки сразу его настигнет. Я прекрасно понимаю, что теперь вы не сможете уснуть. Вас до конца жизни будет мучить вопрос, кто же все-таки учитель этого великого бойца? У меня есть одна догадка, и я вам ее покажу. Как цветущий лотос среди хаоса, разврата и праздности, этот мастер берет только избранных и лучших из лучших себе в ученики и обучает их на своей веранде среди старых кастрюль. Многие из вас могут подумать, что его невероятно молниеносные движения, которые невозможно не то что повторить, а даже рассмотреть, очень напоминают стиль великого Чхарька. Но вы ошибаетесь. Здесь мы видим стиль пьяного журавля, который разносит кабак на болоте. Я не хотел вас пугать, но скоро нашему миру наступит конец. Ведь невероятная популярность, которую обретает этот мастер, зародит в душе великого Чхарька зависть. И этим двум монстрам просто придется столкнуться в чудовищной битве, по сравнению с которой Mortal Kombat Шао Кана и Лю Кена покажется играми в песочнице. А в этой битве будет решаться судьба всех единоборств, да и планеты в целом.
Если вы в шоке и теперь боитесь выходить из дома, дабы не встретить этих мастеров в кабаке и остаться в живых, следующее видео точно не для вас, так как в нем мастер будет при оружии, да еще и против толпы обезбашенных чуваков. Как ласточки смело летят в центр безграничного океана, не понимая своей трагичной судьбы, так и наивные людишки нападают впятером на одного мастера в надежде на победу. Но не знают презренные, что мастер, как и лемуромец, вышедший против толпы любителей суши и саке, имеющий в руках всего-навсего меч-кладенец, этому мастеру вообще ничего не нужно делать, за него все делает его оружие. Ну разве что иногда покрутить своим тазом. А напоследок я хочу вам показать видео, которое в очередной раз доказывает, что каким бы мастером ты не был, но если созвездие Скорпиона впилось в задницу Водолея, а Вселенная в плохом настроении, позора тебе не избежать. Вроде бы и пацан толковый, и движения отточены. В общем, настоящий монах Шаолинь-акробат. Но вот все-таки зря он отказался от пельмешек с чебуреками, да еще и под пивко перед этими выступлениями. Отчего, конечно, похудал перед выступлением, и штаны сыграли с ним злую шутку. Отсюда делаем исторический вывод. Нельзя отказываться от святого. Пиво с беляшиками и их друзьями, а то в самый неподходящий момент спадут штаны. Пишите в комменты, что бы вы делали, если бы, не приведи святая тушенка, вам довелось встретиться с такими мастерами на дороге. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании. И обязательно посмотрите супер видео в описании. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках.